Я приветствую вас, дорогие мои друзья, с благодарностью ко всем своим подписчикам, всем людям, которые меня смотрят. Хочется сказать вам огромное-огромное рахмат, благодарность личную. Мне очень приятно, что люди смотрят, подписываются. Людям, которые ставят комментарии, пишут, особая благодарность лично от меня, потому что, ну, действительно приятно, что есть неравнодушие к моим видео. И вообще, я новичок, не так давно, и очень-очень приятно, когда общаются. И, конечно, всем огромное-огромное-огромное рахмат, спасибо, благодарность вам, дорогая моя Лариса. Уважаемая Оленька из Крыма, дорогая моя роднулечка Чичик из Дербента, всем-всем абсолютно людям, которые ставят лайки и пишут такие теплые слова. В общем, немножко волнуюсь, но все равно необходимо это сказать, потому что я такой человек. И сегодня у нас... Честно говоря, не сегодня, а уже как 2 дня сменилась погода. Лето перешло буквально в темпе сразу осень. Все облачились в куртки. Ну и я сегодня тоже уже думаю, надо подготавливаться. И достала одежду, кое-что подготовила. Ну и думаю, заодно... Шапочки вам покажу. Я просто только что пришла с работы, потом и такая что-то подумала, думаю, Аль, а видео-то ты сегодня не снимала, прогул будет. Думаю, ну все равно как-то уже привыкла и хочется тоже видео снять и пообщаться с вами. Пришла с работы немножко, ну, сварила, поела, подшила скатерть. У меня, кстати... Я не знаю, с чем это связано. Вся техника полетела. У меня сломалась стиральная машинка. Швейная. Я не знаю, что такое. Ну, в общем, как-то так. А это немножко, скажем так, бьет по бюджету. Сейчас подумала, вызывала двух мастеров. Они мне загнули такую цену на ремонт. Я так думаю, нет. Придется ждать следующего месяца. Так что... Как-то немножко не вписываемся, скажем, в бухгалтерию семейного бюджета. Ну и достала шапочки, куртки, да, думаю, ну почему бы вам не показать свои красивые... У меня так много что-то их получилось, мне даже самой сейчас стало смешно, думаю, ну все-таки, ну надо же, ну зачем вот столько шапок? Ну вот 3 шапочки отдам вот этой женщине, которая у нас на работе. Ну и вам заодно покажу. Ну, я, кстати, руки сейчас свои все обработала довольно, потому что работа такая, что приходится работать с химическими порой веществами. Вот. И сразу и руки, и ноги к себе. Это, кстати, по 39 рублей. Ну, я пользуюсь. Но, правда, по 39 рублей я не беру шампуни и беру только... моющие средства. Ну, скажем так, меня устраивает и нету столь раздражения, я на руках не чувствую. А вот о шампуне мне не пошел. Так, ну что, покажу я вам свои красивые шапочки. Вот. Не знаю. Ну, как сказать, мне кажется... Кому-то, может быть, это интересно. Такая вот у меня шапочка. Я сама просто такой человек. Вот, ну, не знаю, я люблю вот всякие мелочи. Вот, ну, не знаю, я получаю эстетическое удовольствие, когда мне что-то показывают, там, покупочки свои. Я с удовольствием, кстати, даже блогеров смотрю, которые просто, ну, там, показывают, что они приобрели. Вот. Это я готовлюсь к осени. Так, ну это вот у меня
Зимняя уже шапка, конечно, теплая. Всячески. Ну и думаю, заодно и вам покажу. Ну, это зимняя, конечно. Женщине привезла вещи, привезли ей холодильник. Столько радости. И я сама такая довольная. Все-таки вот, вы знаете, так приятно делать, ну, как это сказать, хорошее. На душе сразу как-то, ну, хорошо становится. Все-таки добродетель очень важна в нашей жизни. Вот эту шапочку очень люблю. Она такая удобная очень. Фетровая внутри. Ну, такая удобная очень. И на голове очень комфортно сидит. Не расползается, ничего. Но я иногда... Просто сейчас уже все, как бы осень же подступает. Обычно я, конечно, естественно, ношу платки. Но осень я предпочитаю все-таки уже шапки, конечно, потому что, ну, женщины некоторые носят, конечно, и платки. Ну, что-то как-то я обычно кутаюсь или в шарфы, или в шапочки. Вот, и вот хочу сказать, что сломалась моя швейная машинка. Ну, в общем, почему-то так. И сегодня пришлось на руках подшивать все свои скатерти. Ну и вам заодно покажу. Не знаю, видно вам, нет. Вот. Ну, это скатерти, знаете, льняные. Это вот когда аяты провожу. Аят это, как это сказать, это своего рода собираются люди и читают Коран. Молитвы читают, общаются, ну, на различные темы. Но в основном, конечно, темы религиозного плана. Ну и не только, конечно. Аят это поминальные встречи, скажем так. Вот, видите, на руках все полностью. Лампу неправильно поставила. И все пришлось на руках подшивать. Ну, ничего страшного. Я помню, вы знаете, я училась в интернате, мама же болела. И мы делали, нас заставляли шить. Не заставляли, я ходила в кружок мягкой игрушки, и мы маленьким стрижком абсолютно все прошивали. Представляете, вот игрушки. Я их никогда не забуду. У меня была воспитательница Анфиса Яковлевна, и она нас... Вот, то есть, как вот меня научили вязать шарфы, варежки, да? Так и это. Так я до сих пор их и вяжу. Ну, то есть, дай бог здоровья нашим воспитателям. Мама болела, поэтому я... Конечно, долгое время пришлось, ну, в государственных, во всех вот в этих учреждениях. А вот этот, кстати, комплект, вот опять же, ну, не знаю, к слову, не к слову, я же стараюсь взять, ну, подешевле как-то все. Ну, как подешевле? Я все равно смотрю на качество. Вот это вот, например, ХБшка полностью, да, ХБшка. И покрывало такое, оно внутри утепленное, такое, знаете, и вот расцветочка мне понравилась. И получается комплект простыня, вот такое покрывало. То есть оно прям такое плотненькое, очень удобное. И две наволочки. Ну и сейчас, коль уж разбираю, да, заодно и с вами пообщаюсь. Ну и... Покажу вам кое-что. А что, все равно ведь, мне кажется, интересно. Я не знаю. Я такой человек. Я люблю всякие вот штучки, когда мне показывают. Ну, сейчас вот для той женщины перебирала. Вот хочу сейчас тоже. Вот этот шарф у меня давно, честно говоря, абсолютно новый. Я его ни разу... Не то, что не одевала, я его даже не примеряла на себя. Сейчас как раз сезон. Вот, я ей тоже его отнесу.
Че, он теплый, видите, какой. Он еще двухсторонний, оказывается, видите, какой. Теплый, широкий. У меня просто есть и с этой стороны. Ну, я думаю, будет неплохо. Так что она довольная такая, что и холодильник, и девчата одежду тоже ей принесли. Короче, мы ее вообще завалили просто-напросто одежкой, представляете? Вот. Сегодня еще, кстати, хочу показать полотенце. Вот полотенце, я говорила вам про Босс. У меня, знаете, вот на этом, ну, просто, ну, короче говоря, Боссом полностью я все вывела. То есть, ну, единственное, что вещь, конечно, должна быть изначально чистая, выстирана просто-напросто, да, а потом уже, ну, тут и пятновыводителем пользуются. Я закладываю в сухое белье в емкость и кипятком прямо вот заливаю. И даю постоять. Чем дольше оно постоит, тем больше будет эффект выбелки. И все, и благополучно отстиралось пятно. И сегодня я хочу вам показать. Опять я себе купила дегтярное мыло. Кстати, советую. Я уж с этим дегтярным мылом, конечно, ну, вы знаете, великолепное. Так хорошо телу. Кожа. Ну, единственное, конечно, это кто... Некоторые любят душистые ароматы. Да, оно, конечно, вообще не обладает никаким ароматом, а даже наоборот специфическим дегтярным запахом. Ну, я вас уверяю, никакого раздражения. Ну и вот купила себе вот такое мыло с морской солью. Вот я купила... Одно с морской солью, а другое морской солью и яблоком. Ну, это девчонки сами делают мыло. Я вот пользуюсь. Вот это вот уже душистое, ароматное. Прям вот натурпродукт, скажем так. И купила еще луковый шампунь себе. Не знаю, хочу попробовать. Но, кстати, вот стала пользоваться, и эффект есть. То есть я обычно... Сейчас я вам покажу. Я брала перцовый шампунь. Ну, потому что все равно волосы где-то сухие. На работе все время с платком. У нас там пылище. И вот очень мне помог вот перцовый. То есть, ну, волосы одно время так сильно стали у меня сыпаться. И вот маской я пользуюсь. То есть, это как бы вот... Видите, вот так вот я сначала это, потом шампунем. Ну, великолепно. То есть эффект от этого есть. Так что решила вам маленько показать. Вот. Пока тут все я ищу, да выбираю, перебираю, пока есть такая возможность. Вот, и... В магазине, вот у нас есть магазин в Челябинске по 350 цены. Вот магазин по 350. И там есть, то есть это самая высокая цена, да, установленная. И можно купить товары, ну, только ниже ценой, но не выше. Ну и вот купила, опять же, для белья, купила Барбери. Стоит 120 рублей. Ну, запах, конечно, это, ну, не аналог, не это, но все равно. Я смотрю, скажем так, на ароматы, которые меня устраивают. Вот и все, я там, извиняюсь за выражение, перенюхала. И вот этот мне понравился очень. Вот, и хочу вам порекомендовать книги. Вот, деловой бестселлер, сила простоты. Ну, я, честно говоря, почему их рекомендую, потому что, ну, скажем так, у меня времени практически нет. Я вам серьезно говорю, у меня время остается на ночь. Вот. И доделывая все свои дела, я обязательно, ну, открою какую-нибудь книгу. Ну, не знаю, как-то не то, что там в качестве...
скажем так, что я там уснуть не могу, да, или бессонница, а именно вот хоть немножко себя просветить, хоть немножко о чем-то, скажем так, узнать новенького. Вот великолепная книга «Ночь в Лиссабоне», Ремарк, тоже рекомендую. Просто сейчас доставала все из шкафа, и вот они мне, книжки мои, у меня книги, надо вообще отдельную полочку сделать, но никак, никак у меня не получается. Почему? Потому что, ну, необходимо просить, скажем так, и не всегда есть возможность выбрать время на то, чтобы... А полочку уже, конечно, надо. Кстати, вот еще с морской солью. Это уже с кофе. Видите, даже кофе нарисовано. Вот, в общем, затарилась я мыло. Вот, это с ландышем. Ну, ароматы такие, знаете... Ой, вообще просто... Я еще почему беру это мыло, потому что вот два мыла я просто-напросто в мешочке. Вот я прямо вот в мешочке беру их. У меня специальные мешочки такие для отдушек. Я его вот так вот настругаю и между теми же покрывалами там или это, и знаете, вот, ну не знаю, очень вкусный аромат. Вот он прямо чувствуется, этот аромат. Так что я сегодня успела подшить. Даже вот успела подшить. Ну, на руках подшивала. Но все равно я довольно успела даже вот подшить. У меня в некоторых местах здесь, скажем так, пообрывалось. Ну, Стефан у меня молодец. Он успевает все мне ободрать, подрать. У меня, честно говоря, даже два покрывала просто лежат отдельно для того, чтобы, ну, вот уже чисто так, вот, чтобы уже для эстетики, чтобы вот пришли люди, уже не позориться, потому что когти подстригать я котам не смогу никогда, как обычно это делают другие люди. Ну, не знаю, не могу я животному что-то там подстригать. И получается, что мои покрывала, мои диваны, он... Ну, короче говоря, везде он. Ну, даже вот я вам покажу, чтобы вы понимали. Вот. Видите, все покрывала, все они подцоканы. Вот это все вот его коготки, вот этого одеяла, можно сказать, спасительно. Он уже просто знает, я его прямо застилаю, чтобы он на нем и лежал. И, как говорится, разрешаю уже ему его и когтями, хотя есть и коготочка, и даже специально отвела я ему ковер для этого, но все равно кот есть кот. Так что, дорогие мои друзья, вот такое небольшое видео. Если что-то не так, не судите строго. От всей души, с теплом, с душой я к вам. В чем-то, может быть, где-то какая-то и нелепость есть, но... Как говорится, все мы люди, не судите строго. И огромный-огромный вам всем салам, всем огромный привет и огромная благодарность. Подписывайтесь. Я тоже... Кстати, очень много людей заходят в комментариях. У меня есть видео «Взаимная подписка». То есть я абсолютно следую правилу тому, которому я сказала. Если люди подписываются, я, естественно, подписываюсь сразу, без всяких отписок. То есть поэтому всего вам доброго, и пусть в вашем доме будет мир, благополучие, здоровье, любовь, деньги. И вообще ваша жизнь пусть будет удачной и счастливой. Всего вам доброго. С вами была Альбинка.